Здравствуйте, друзья! Расскажу немного о 5-рублевой банкноте, которая была выпущена в начале 2023 года, но год на ней стоит 1997. Дело в том, что Госбанк Российской Федерации решил продолжить печатать 5-рублевые банкноты. Связано это якобы с тем, что производство бумажных денег значительно дешевле, чем 5-рублевых монет, и что перевозка пачек с деньгами легче, чем мешков с монетами. Современные банкноты начинаются с серии на буквы Ч. Когда произошел перевыпуск банкнот, новые 5-рублевки стали продаваться от 400 рублей. Ну, спустя почти 2 месяца сильно цена на них спала, можно купить ее рублей за 20. Да и говорят, в банкоматах уже стали выдавать такие банкноты. Скорее всего, перевыпуск очень сильно собьет цены на банкноты, которые были действительно выпущены в 1997 году. Скорее всего, будет делиться на старый тип и новый тип выпуска. Хотя дизайн у банкнот остался ну таким же точно. Вряд ли кто, наверное, захочет покупать банкноту серии до буквы Ч в состоянии пресс, ну примерно пускай за 1500 рублей, когда можно практически бесплатно в отличном состоянии положить себе в коллекцию новенькую банкноту. Изображение памятника тысячелетия Руси на фоне Софийского собора. Банк России. Софийский собор. Крепостная стена Новгородского Кремля. Отличная банкнота. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Всего доброго.